Да все, что связано с большими деньгами, без скандалов обходить нельзя. И, господи, каждый раз, каждое хищение обнаруженное вызывает такой какой-то резонанс, такие прямо эмоции, ну везде у нас это, по-моему, тем более, когда касается таких больших денег. Ну, то, что это в центре Москвы, и то, что вот это вот так вот сейчас произошло, у всех на слуху, ну да. Что касается Большого театра, я имею отношение скорее к малому, поскольку закончил Щепкинское училище, и поэтому не могу сказать, как там со скандалами. Вообще как-то много вокруг него шумят, не очень понимаю, почему. Не, как сказать, темы... Хотелось бы, чтобы споры шли вокруг творчества, а не вокруг того, вокруг чего они сейчас идут.